В Минске завершилось очередное заседание трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины. Ее участники сегодня выступили с призывами соблюдать режим тишины возле Донецкой фильтровальной станции. Несмотря на гарантии сторон и усиленное патрулирование СММ ОБСЕ, там продолжаются нарушения режима прекращения огня. При этом напомню, что ДФС обеспечивает водой сотни тысяч людей по обе стороны линии соприкосновения. Поэтому я еще раз настоятельно призываю стороны предоставить все необходимые гарантии безопасности сотрудникам ВОДА Донбасса и СММ, чтобы обеспечить бесперебойную работу станции. По итогам встречи Мартин Садик также отметил, что предприняты серьезные шаги по восстановлению мобильной связи в Донбассе. Следующее заседание 16 мая.